месте. А ресторан из Сочи. Баран Раба. В лонг-лист гастрономической премии вошел 231 ресторан из 22 населенных пунктов юга. Наибольшее количество ресторанов были представлены из города Сочи, Ростова-на-Дону и Краснодара. Коллегия независимых экспертов из 100 человек определила победителей путем тайного голосования. Знаете, это самый сложный вопрос всегда, кто такие эксперты? Эксперты – это люди, которые историки, это профессионалы, это те люди, которые действительно сами работают в ресторанах, которые создают этот продукт, которые, ну, какое-то имеют отношение к ресторану, это шефы, сомелье. Это все те, кто ходит по ресторанам каждый день. Каждый год среди экспертов проходит ротация, и список меняется на 40%. Так что, как говорят организаторы, здесь все по-честному. Я жду самого-самого теплого мероприятия, потому что по количеству гостей, я думаю, оно будет рекордным. Мы можем побить цифру в 500 гостей. Я не знаю, как мы сюда поместимся, но я уже вижу, что все друг с другом общаются. Это ярко, это очень душевно, очень тепло. Все лучшие повара юга здесь. Часть лучших поваров Москвы и Петербурга тоже здесь. Я считаю, что очень крутая тусовка, и город классный, город очень тепло нас принимает, и погода замечательная. Помимо лучших заведений, жюри выбрало работников ресторанной индустрии. Шеф-поваром года стал Олег Колесниченко, возглавивший кухню ресторана «Ла Фабрика» в Ростове-на-Дону. Лучшим сомелье юга эксперты признали Сергея Подпорина из «Leo Wine & Kitchen» из Ростова-на-Дону. Титула «Официант года» удостоен Владислав Максимов из ресторана «Винотерия» Новороссийск. Оргкомитет премии представил и новые номинации. Людмила Беспалова из ресторана «Коко Шалет» города Сочи получила звание «Кондитер года». А заведение южной столицы «Мясной синдикат» стало обладателем награды с лучшей пивной картой. По моему мнению, ресторан номер один в городе Сочи, из, допустим, категории «Загородный ресторан», конечно, это «Мамай Кале», это номер один. Ресторан в городе, который находится, это Баран Рабан, это Синдикат, это ресторан «Дом». Это очень хорошие рестораны и являются гордостью Сочи. Многие рестораны-курорты попали в топ-10. Это говорит о том, что ресторанная индустрия в Сочи действительно на высоком уровне. Добавлю, премия «Where to Eat» учреждена в 2013 году Ассоциацией гастрономических журналистов и проходит во всех регионах России.